человека нет никакой власти над сердцем, над изменением сердца, у него есть власть? Власть есть, но в том, что он молится, просит, преклоняет себя. Власть не в том, что он властвует, а власть в том, что Творец любит его и хочет исправления его, хочет его исправить. Что такое на самом деле власть над сердцем? Власть сердца — это чтобы желание человека в итоге властвовали над всем человеком. Спасибо.